Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начался 35-й сезон, и тут, как и в прошлом сезоне, дают жетоны наемника. Ради, собственно, чего я и купил этот сезон, потому что, как бы это считать, я считаю это халявой. Если 50 брать жетонов, ну, просто так покупать их, то они стоят вот такую. А, ну да. Потом покажу, в общем, ну раза в 4, наверное, дороже стоит. Так, сначала мне надо оружие починить. Здесь сделать прокруточку. Так, это мы забираем, это мы чиним. Так, статы. И здесь сделаем прокрутку, даже две. Это хорошо. Так, 40 монет, отлично. И мистери, ну это хрень полная. Даже интересно, что-то могло упасть. Слитки, наверное, резина. А, так, здесь купить можно что-то. А, тут еще 58 минут со вчерашнего, да? Тут возьмем аптечки и можно отсюда сваливать. Еще тут есть с помощью знаков отличия можно купить скины. Я заметил, что у меня одного нету. Мы сейчас это быстренько исправим. Не зря же я копил эти знаки отличия. Так, сюда. А, вот этот вот байк. Не то чтобы он мне нравился, ну. Хотя, не, выглядит прикольно. Цвета мне такие нравятся. Давайте откроем, посмотрим. Так, тут что? Ну, реаниматор заберу. Дальше. Да ладно. Повезло. Видимо, в прошлый раз я наоткрывал достаточно. Так, ну тут стопудово забираем эту модель, и вот она у меня с двух открытий. Отлично. Так, и теперь идем в поселение. Мне там буквально чуть-чуть не хватало, чтобы пройти там одну волну, которая меня уже давно бесит. Но, по идее, сейчас я смогу ее пройти спокойно на изях. Плюс через, по-моему, минут 5 или 10 у меня откатится добыча. Там еще будет 11 или 10 этих самых нашивок. Посмотрим. Вроде бы в это время примерно. Сейчас глянем. Так, идем сюда. Да, 5 минут осталось. Вот эту добычу я заберу. Не такая уж топовая, но все равно два раза открыть. Купить героев я смогу. Так, и вот здесь, как вы видите. Ну, здесь я пытался тут вообще бесполезно проходить. 11500 на 7500. А вот во второй локации, тут вот, нет, не добыча, отряд, тут, в принципе, есть возможность, потому что прошлую я прошел, там было 10500 на прошлой локации, здесь я 9800 не могу пройти, там остается 5 плевунов, которые меня очень сильно бесят, но надеюсь, сейчас мне выпадут нужные карточки. И плюс, я хотел этот ролик чуть на позже отложить, потому что мне не хватает буквально чуть-чуть, чтобы собрать подстанцию. Мне тут один алюминиевый кабель нужен. Они мне как бы есть, но я хочу сразу все открыть. То есть вот тут вот два кабеля у меня уже есть. Плюс. Здесь еще у меня кабели лежат. Но проблема в том, что мне надо один, чтобы открыть подстанцию, закончить. Плюс 10 мне надо, чтобы прокачать лагерь наемников до третьего уровня, чтобы открылась новая локация. И плюс мне надо еще 6, чтобы поставить генератор, то есть провода на землю разместить. Как вы знаете, наверное, кто играет, по энергии, если брать вот эти алюминиевые проводки, нужно 2 кабеля. Мне нужно поставить как минимум 2 штуки. Вот одну сюда, то есть еще 4, даже не 6, а 4. Так, но ну, тем не менее, давайте тут вот потяну немножко резину. Хочу. Так, здесь. Вот это можно забрать, поставить сюда. Мы ставим вот это. А вот сюда мы ставим вот это. И здесь получается. Так, здесь у меня асбеста нету. А здесь 10 каркасов. Забираем. Каркасы нужны. Я тут их немного поднакопил. 85 штук. Вроде как много, но по факту ни хрена. И это мы сюда поставим. Так, ну вроде бы тут все. Давайте посмотрим, наконец-то, вернее, купим этих героев. Надеюсь, мне реально выпадут нужные.
чтобы вы понимали, сейчас, вот на данный момент, прокачка нужна, для прокачки одного уровня с 30 по 40 нужно 25 вот этих вот нашивок. То есть такие универсальных или именно которые нужны для персонажа, нужно 25 штук. Вот, я могу по. Нет, Конора я не могу прокачать. Леми я не могу прокачать, потому что мне нужна его карточка. А Криса, которую я использую, я могу качнуть на один уровень. Остальные герои у меня не такие уж прокачаны. Ну, тут Мастер Джек, он на 20-м, но толку от этого мало, потому что я не могу его прокачать. У меня как бы есть нашивки вот это, вот эти вот Костолома, если вот здесь посмотреть, у меня их 14 штук. Ну, не так много. А вот если я захочу прокачать, например, того же Маврика, нужны вот такие нашивки Сорвиголова, то у меня их уже 45 штук. То есть почти два уровня я бы смог ему вкачать. Так, здесь купить вот 10 штук. И давайте сразу 10 откроем, посмотрим, что выпадет. Выпал контракт Коннора, контракт Рэйчел. Ого, сколько тут умников. А нашивка умника 4, 10, плюс 11, 21 штука. Ну, почти уровень. Сорвиголова 5 штук, 12 нашивок ловкача и 5 костолома. Ну, неплохо, неплохо. Так, это выходим отсюда. Вот, чтобы вы понимали, сколько стоит 10 штук. Ну, 50, по сути. 22 евро. Там сезон стоит 6. То есть в 3,5 раза дороже стоит купить нашивки тут, нежели купить весь сезон. Поэтому я считаю это халявой. Ну, по крайней мере, Конора с 40-50 я уже смогу прокачать. Так, давайте ему вобьем вот эти вот все его личные пока. И попробуем качнуть еще чутка Криса. О, 30 штук тут, найс. 23, 4, 5. Вот, один уровень. 25 штук. 438 хп, плюс 4 урона, 22 брони и 2 удачи. И тут остается 22 штуки. Этого не хватит на уровень, зато можно повысить один уровень Конору еще вот этими нашивками. Вот так вот. 768 хп, 3 урона, плюс 1,25 к крит шансу и плюс 3 к удаче. Два уровня качнул. Думаю, мне этого должно хватить, чтобы пройти хотя бы одну еще волну. Так, давайте подождем тут 40 секунд. Сколько у меня сейчас мощи собрать отряд? Автогруппа 7900, а было 7600, 7500, что-то вот такое. Но эту волну вряд ли я пройду, но вот вторую... Брать отряд, автогруппа. Ну, тут 2000 разницы. По идее, должно получиться пройти. Так, давайте заберем добычу. Еще две карточки открою. Может быть, выпадет нужная карточка. Мне Маврик нужен срочно. Я бы его качнул неплохо так. Два уровня точно бы он прокачал. Так, стоп, назад. Давай забрать добычу. Текс. Забираем здесь. Так, вип-хранилище перемещать мне не надо. Я вот это хочу забрать. Бензин заберу, в генератор поставлю, пусть там будет. А, и вот здесь купить еще два персонажа. Так, так, открыть. Блин, Мелисон, серьезно. Ну, мне ты не особо-то нужна. И 5 нашивок Костолома. То есть, подождите. У меня Мелисон не было, насколько я помню. Это она мне получается новый персонаж. У меня осталось только раз выбить. И она тоже Сорвиголова, но, блин, качать ее до 30 уровня, я столько нашивок потрачу, лучше я их оставлю все-таки для Маврика. Так, с этим и сюда, пусть тут делаются еще два провода. Это идет сюда, а это пойдет вот сюда. Сколько тут шифера? Две штуки, ладно. Ну, давайте попробуем пройти хотя бы одну волну. Может быть, получится. Блин, я на это очень надеюсь, что 2000 мощи в разнице мне позволит пройти ее. Так, экспедиция, собрать отряд, автогруппа. Ну, поехали. В принципе, стоят они правильно, так что все должно быть четенько. Так, ну что, давайте. Пацаны, вы справитесь, я вас верю. Давай, блин. Тюрелька опять фокусит самого жирного.
конечно, хорошо, но ни хрена. Так, сейчас этот крикнет, получается, активку не надо использовать. А вот сейчас самое время, давай, поехал. Давай, и ты тоже. И вот здесь турелька снова фокусит самого жирного, а эти пока моего танка убивают, заразы такие. Не умирай, танчик, не умирай. Живее. Кстати, но заметно, что лучше, чем в прошлый раз, потому что, когда я пытался это в прошлый раз пройти, у него уже было... Он уже умирал тут, грубо говоря. Так, давай, активочка нужна срочно. Так вот, хорошо, ждем. Давай, нужна твоя тюрелька, давай, братан. И поехали. Так, ну вроде бы, как, что-то даже получается. У меня танк еще живой. Хоть и еле-еле, но он еще живой. Так, ставь тюрельку свою. Так, тут они фокусят моего Маврика. Они его сразу убивают, тут без вариантов. Блин, они танка тут же завалили. Это вот хреново, и то, что у меня турелька в откате вся. Так, давай попробуем все-таки пережить эту волну как-нибудь. Давай, ты сможешь, братан. Тут есть шансы на самом-то деле. Причем шансы довольно-таки большие. Ай, блин, вот видели, чуть-чуть. Но я думаю, тут можно повторить, попробовать. И пройти эту волну уже. Там один зомби остается, по сути, на удар. Там тюрелька вот буквально из-за того, что я затупил, и она перегрелась. Я ждал все это время отката ее. По идее, тут есть шанс выиграть. Да опять, господи, ну что ж так не везет-то сегодня, а, с тюрелькой этой. Давай, юзай активку. Давай, ну танк, держись, у тебя хп много, у тебя на 400 хп больше, чем в прошлый раз, или на 700, я уже забыл. Так, ну да, тут у него ситуация немного похуже, чем в прошлый раз. И опять турелька, да что, я вроде нормально ее использовал. Что не так-то, а? Не, тут походу путь не заказан. Блин, вот буквально в прошлый раз я мог ее пройти, там чуть-чуть не хватило, вот буквально капелюшечку. И все из-за этой стаи плевунов, которые выносят моего дамагера на раз-два, блин. И опять турелька перегрелась. Не, что-то я туплю сейчас конкретно. И здесь мне не пройти. Ну сейчас мне надо еще пару раз, наверное, раза три еще попробовать, и скорее всего я ее пройду, но не на запись уже точно. Так, ну отсюда можно... Так, стоп. Принять, тут и умер. В общем, на этом я, пожалуй, ролик закончу. Я не знаю, хотя давайте посмотрим, может быть получится, мало ли. Я третью локацию себе открою. Суть заключалась в том, почему я хотел этот ролик перенести немножко. В том, что с помощью электростанции это я смогу открыть себе, улучшить вот эту вот хрень. А, или вроде казарма мне нужна, или типа этот пункт, где открываются новые локации, третью открыть. И вот здесь у меня 59, давайте я попробую забрать все провода. Нет, мне нужны провода. Посмотреть, может быть реально получится прокачать, может я что-то просчитался где-то. Но вроде бы как нет. Вроде бы как все правильно я считал, и ни хрена у меня сейчас не получится. Хотя, может быть, тут еще два провода, 13 будет. Так, давайте смотреть. Здесь закидываем вот это. Требуется подключить. Вот, генератор нужен, получается. Генератор. Но сначала мы... энергия, алюминиевая проводка. Нам нужна она
получается, так, ну, точно вот здесь и вот здесь. Генератор я ставить не буду новый, я возьму вот этот свой старый, просто отсюда его перенесу вот сюда. И получается, она должна подключиться, правильно же, да? Же подключилась? Завершить. Все. Она работает. Кстати, мне еще говорили, что если после ее подключения ее убрать, то, ну, типа, генератор убрать, ничего не изменится, она будет по-прежнему работать. Давайте проверим это. Сюда мы поставим снова генератор. Кстати, да, пока работает, не трогай. Он мне сам это говорит. То есть генератор, по сути, вот. Бараки уровень 3, но мне не бараки нужны, мне нужны... стоп, а где эта хрень? Сейчас, секундочку. Вот это что ли? А, да, вот командный центр мне нужно прокачать, и тут надо, видите, 10 кабелей. То есть у меня там 2 еще получится, мне одного не хватает, то есть это завтра было бы. Тут я пока могу закинуть ресурсы, которые не хватает. Это у меня все есть, причем даже в большем количестве, чем надо. Я это все подготовил. Да, единственное, вот проводов не хватит. Поэтому следующий ролик я запишу буквально завтра и попробую уже прокачаться там по полной. Там будет третья локация откроется вот здесь, если кто не понял. Тут откроется старый вокзал. Улучшите командный центр до 3 уровня, чтобы отправиться в этот регион. Вот как раз это... есть командный центр 3 уровня. Так, ребят, судя по всему, я могу прокачаться прямо сегодня. А, мне 10 антенн надо, блин, я совсем забыл про это дело. Так, сейчас 10 антенн возьму. В общем, суть в том, что я поставил туда генератор, проложил провода. Как только она подключилась, я сразу убрал генератор. И сейчас разобрал один провод. Тупо с пола его снял, удалил и получил назад кое-какие ресурсы. И как раз мне этого хватило. Теперь я надеюсь, что я смогу это сделать, хоть она и не запитана, эта электростанция, но надеюсь, либо это баг, либо так должно быть, я хрен знает. Запомнить, а вот, я могу завершить, все четенько, и вуаля, у меня открылась новая локация, и тут у нас можно проходить спокойно волны. Рекомендуемая мощь 2200, автогруппа 7900, Мэллисон, серьезно, она тут должна быть? То есть, а, тут может быть либо она, либо еще, понял. А, ну, в принципе, поехали, тут на изи мы пройдем, я думаю, волн, ну, 10, наверное, пройдем, не знаю. По идее, должно так сработать, потому что мощи тут хватает. Так, поехали. И потом еще смогу... этот пикап прокачать, пикап, вот эту вот хрень прокачать, вездеход. Тут вообще изяк. Тут одна турелька справляется, по сути. Причем реально одна турелька справляется. Ну, так еще поставлю. Да, они вообще не дамажат. 4 раза мощи больше и... никто дамага не наносит. Но сейчас взорвется, ему вообще пофигу. Победа. Изи. 5 жетонов получил. 10 шифера. Смола. Неплохо. 4. Так, продолжаем. Тут, по сути, возвращаться назад не надо. Тут мы спокойно проходим. Так, следующее пропускаем. Получается, если бы у меня не было этого героя, либо Мэллисон, либо второй сорви головы, которая там была указана, я бы не смог лутаться туда. Интересно получается. Ну, у меня сейчас ситуация в ажуре. У меня одного героя лишь не хватает. Это вроде Мёрфи или как он там второй называется, не помню. Короче, типа танк дамагер ближнего боя, что-то такое. Братан, вообще урон не наносит. О, щитовики. Они даже не доходят. Победа. Так, еще 5 жетонов. Это уже 2 открытия. Вот 10 железных глистов. То, что мне на 8 проводов еще дали. Нехило так, нехило. Я думал, будет прокачка завтра. Оказывается, это все сегодня происходит. Это кайф. Я сегодня прям в настроении пройти пару волн тут. Халявных.
Так, это у нас уже третья волна, но вроде бы как первые две опасности никакой не представляли. Думаю, здесь тоже ничего опасного не будет. А, тут до сих пор тюрелька справляется сама. Ну, смотри-ка, добегают. Вот тут слепой еще. Он все взорвал своих. Нормально. Слепой охотник вообще слабый. О, щиты одели. Красавчики. Ну, толку вам от них мало. Победа! Еще 5 жетонов. О, 12 асбеста, 8 свечей зажигания. Еще провиант дали. Нормально. Если таким образом увеличиваю награду, которую буду получать в день. А это есть хорошо. Так, пропускаем четвертую волну. Так, тут уже должно быть похардкорнее. Тоже можно начать юзать обилки персонажев. Хотя не особо тут хардкорно. Да. Мало урона они еще наносят. А, победа. И еще 5, уже 20 штук о железной детали. Это что-то новенькое. Так, это пятая волна, которая мне улучшит мой лут за день. Посмотрим, что она мне прибавит. Жесть, какие вы ватные, какие вы ватные. Так, давай-ка обилки заюзаем, чтобы они там не засыпали. Блин, ты прям тут хочешь взорваться? Вот зараза, а? Прям на него побежал, на самого слабого. Хитрый-хитрый. А вот и щитовики под конец. Да, тоже. Так, а вот и пятый ящик. Это мне плюс один асбест в день и две смолы буду в день падать. Понял. Идем на шестую. Эта тройка получится очень много долговатой. Не люблю я такие длинные ролики, но тем не менее иногда приходится их заливать. Надеюсь, вы меня за это простите. Кстати, все еще изично. Ну, реально все еще изично. А это уже шестая. О, слепой охотник должен быть. Не вовремя я обилку его кастанул. Победа. Победа, шестая волна. Но по факту это 5, это уже 25 жетонов наемника, 8 моторного масла, 10 шкивов. Отлично. Нехило так сыпет по нужным прям ресурсам. Так, следующее, это уже седьмая волна. Интересно, сколько там мощи надо? Ну, типа, она что-то как-то мало увеличивается. В предыдущих волн там по косарю давало, но это, наверное, после 10-го уже уровня будет такое. Так, этот должен взорваться, но не успеет. Это хорошо. Так, ну ты взорвешь еще 100 пудов. Давай, взорвай своих. Молодец. Конору один урон нанесло. Если мне сейчас показалось. Так, тихо, тихо, тихо. Ну-ка, взорвись подальше. Во, вообще никому урон не нанес. Так, давай, Конор. Ну-ка. Молодец, красавчик. Так, ну это последний, да? Да, победа. И еще, ух ты, кирпичи. 12 резиновых шлангов. 8 смолы. Топчик, топчик.
У меня надежда есть дойти до того, чтобы получить 50 вот этих нашивок и снова открыть 10 персонажей. Ну, еще открыть, ну да, по 10 штук, как и вначале это делал. И надеяться, что выпадет нашивка на вот этого персонажа. Ну, не нашивка, а именно карточка его. Очень сильно она мне уж нужна. Потому что это один из основных героев, которого мне надо прокачивать. Он как бы очень ватный, его, если на него сильно нападают вот такие вот чуваки, если их много, то они его сразу убивают, но урона он вливает очень много, благодаря, ну, тому, что он как бы со скаром, ну и плюс того, что у него еще тюрелька вот эта есть. Ну видите, как они ему хп сносят, несмотря на то, что они слабые, но хп они ему сносят нехило так. Давай, умертвляйся там. Умертвляйся. Все, победа. 12 свечей, 16 асбеста. Отлично. Шифера наделаю штук 5. Пропускаем. Блин, я что-то сбился. Это 8-я, 9-я волна. Потом посмотрим, когда уже буду чувствовать, что не прохожу. Выйду и посмотрю. Так, ну пока что вроде норм, урона им входит много. Тут очень много подрывников и щитовиков, я заметил, на этих, в третьей вот этой локации. Это, кстати, на руку, вот эти подрывники, они, ну, если даже взрывают его, но они убивают своих. Также это вот очень хорошо. Вот она сейчас опять взорвется, получается, и убьет. Давай, вот так, отлично, отлично, вот, он всех убил. Ну, конечно, моих тоже надамажил, но сам своих убил. Так, тут ДСП, новый материал, 20 шурупов и 5 жетонов наемника. Идем дальше. Так, давай, грузись, пропускаем. Пока что волны реально изичные. Тут вот единственная проблема, это вот подрывники, которые... Если взрываются неправильно, наносят много урона именно вот моему дамагеру. Это вот не есть хорошо. Так, ну-ка давай все взрывай. Красавчик. Конору вообще пофигу. Ставь новую тюрельку, давай, исчезай. И ставь сразу новую. Вот это, кстати, тоже взрывается, насколько я знаю. Давай. Победа. И мы получаем, это вот, это 10-я волна была, плюс 2 резиновых шланга, плюс 2 железные проволоки. Ну, вот это, в общем, все плюс в каждому дню наград. Это не идет именно в добычу, которую вы получаете сразу, а именно в каждый день награда плюсуется. Это уже 11-я волна. По-хорошему, мне надо пройти 12 волн, чтобы получить 50 нашивок. Еще это, еще одна, две волны еще, да. Ну, давай попробуем. Ты мне, блин, он сейчас не взорвал его все-таки. 495 урона ему нанес, нехило. Так, ну эту волну мы точно пройдем, это прям 1000000%. Ну, по идее, следующую должны пройти также. Нет, тут вот эти плевут. Вот, которые идут прямо на дамагера, это хреново, да. Так. Это последняя волна или еще будет? А, в принципе, без разницы, они эту волну пройдут и следующую. Победа, 11-я волна, 4 линзы.
15 провианта, 5 жетонов наемника. Так, давай, загружай. Пропустить. 12-я волна. Вроде пока все норм. Эту волну мы тоже пройдем на изи. О, они еще и стопить могут, оказывается. О, давай, взрывай сразу всех. Давай, 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 давай. Ну-ка, взорви всех сразу. Красавчик. Блин, что ты взорвешь? Ну ладно. Все, последняя волна. Нет, еще иду, смотри-ка, много их прям. Победа. О, тут сишку даже дали. 10 бензина, ни хрена себе. Гидравлические детали и аккумуляторы. Идем дальше. Я что, тут 15 волн пройти смогу за раз? Нехило будет. Прям нехило. Так, пропускаем. Ну что, они там бегут, нет? Так, не-не-не-не-не-не, стопе-стопе, не фокусить мне Маврика, заразы такие. Ну-ка убивайте его, не плюйся. Так, давай активочку. Тюрелька, давай, помогай, делай свое дело. Так, ну вроде бы эту тоже должны пройти. Да, тут ничего сложного тоже нету. Отлично. Ну, кто следующий? О, взрывные пошли. Ну, куда ты идешь, зараза ты? О, ни хрена, они Маврика убили. Ну-ка, взрывайся давай. В смысле, ты не взрываешься? И это сейчас взорвется, да? Да, жесть, что они меня Маврика убили. Вот этого я, конечно, не ожидал. Думал, реально на изи, но он прям на него побежал. Причем, что они одинаковые, вот эти вот взрывные зомби. То есть отличий никаких нету. Но при том один бежит по центру, а второй бежит именно на какого-то героя. Так, алюминиевый кабель, 12 смолы, отлично. Еще одну волну мы, думаю, осилим. Если таких нюансов не будет. Ну, либо их надо раздамаживать, чтобы они где-то по центру взрывались. Типа сразу, если тюрелька его будет фокусить, она сможет его добить по хп. Ну, где-то вот здесь, может, взорвется, его не заденет. Это было бы идеально. Так, ну-ка, давай, взрывайся, взрывайся, взрывай. Отлично. Так, он живой, танк еще живой. А вот эти, интересно, они так же, как и в бункере Браво, должны как-то пыхтеть, пердеть. Вроде что-то как-то не особо он что-то там пердит. Так, ну эти вроде не особо-то дамаженные зомби. Я пока тянет чурелькой. Она особо дамага им не вносит, из-за того, что они под щитом. А вот этих надо вынести сразу, чтобы они мне дамагер моего не вынесли. Он прям не упил, да, тюрельку поставь. Молодец, вот. Он умер, но тюрельку поставил, поэтому урон еще будет идти какое-то время. Так, ну здесь я смотрю, зомби уже жирные пошли. Я не знаю, это 13-я волна или 14-я какая, я не особо-то не считал. Но здесь уже, видите, два героя минус. Остался только один. И там, я так полагаю, будет опять два... не. Это уже походу гата.
Хотя, что-то смотрю, он как-то выдерживает вроде. Но нет, тут слишком многих героев, ой, этих зомбарей, чтобы он их выдержал всех. Поэтому тут, скорее всего, я не пройду. Тюрелька, ну-ка, давай, может, ты урона нанесешь побольше, так. Что-то он долго прям танчит их. Несмотря на то, что он как бы не танк особо, он так, полутанк, полудамагер, полухрен знает кто. Но держится он достойно, я скажу вам. Ну, тут один зомби остался. Так он еще и промахивается, вот почему. У него удача вкачана, дай боже. Но он все равно его убьет, да. Ладно, здесь я пройду, но уже попозже. То есть, вернее, не попозже. Сейчас мы героев купим. Надеюсь, мне выпадет то, что мне нужно. Мне нужен Маверик. Надо его качать обязательно. Но сначала посмотрим, до какой волны я смог пройти. Так, экспедиции. Ну-ка, добыча. У меня было 11, стало 13. 8 шлангов, 4 асбеста из топового. Тут прибавилась смола. Это вроде моторное масло уже было у меня в наградах, я не помню. И 12 болт шурупов, а было вроде 6 или 8, что-то такое. Так, город-призрак, старый вокзал. Я дошел до 13 волны за раз. Нехило. Но сейчас могу попытаться еще купить героя себе. Так, купить. Да, у меня есть. Еще могу купить. А, все, 55 у меня было. Давайте откроем 10. Маврик выпада. Зараза, не выпал. Умник. Еще 5 ловкача. Угу. Так, ну давайте посмотрим, что мы тут можем качнуть. Все Коннора. 20 будет. Не хватает. Вот Криса я, по-моему, могу качнуть. Да, тут 24. Надо 25. Еще одну универсальную могу юзануть. Вот так вот. И вот так вот. У меня он 34 уровень. То есть, по идее, вот сейчас вот я могу пройти эту волну. Жалко, что вот ни Маврика не выпало. Хотя сколько у меня уже? 67. То есть это 25, 25, 50, 75, почти 3 уровня. Там, плюс-минус могу качнуть ему. Это не так уж и мало. Экспедиции. Так, город-призрак. Собрать отряд, автогруппа 8100 на 11000, это как-то маловато, хотя можно чуть позадротить и попробовать пройти. Здесь 10700, но здесь я вряд ли пройду, я там еле-еле предыдущую волну прошел. А здесь собрать отряд, автогруппа 10000. Ну, здесь вот можно попробовать еще одну волну пройти, думаю, я ее осилю и уже на этом ролик закончу. Блин, минут 30 получилось. Наверное, 40 даже. Попробую как-нибудь вырезать этот. Так, давай, давай, давай. Стреляй. Блин, это зараза. А ну-ка. О, отлично, он этого толстячка взорвал еще одного. Так, тюрелька буду по чуть-чуть использовать. Если вдруг кто прибежит, я смогу его отбить, если его будут фокусить. А вот и он. Вот и они, вернее, даже. Одного убил, хорошо. Давай, давай, второго тоже убейте. Молодцы, красавчики. И тем самым Маврик остался еще в игре. Так, тут пли... Это кого они? А, они все на танка пошли. Нормально. Вот то, что они плюют, конечно... Они сейчас его могут убить своими плевками этими. Так, давай, давай, еще раз. Давай, давай. Блин, убили. Заразы. По-моему, ситуация такая же. Сейчас еще одна волна прибежит, да?
Или это последняя? Так, ну я оставлю тюрельку, мало ли, если еще одна волна придет. А, он прошел вот так даже, ничего себе. Так, тут еще дали 4 карты капитана, 12 моторного масла, новый ингредиент у нас, железная труба. И еще 5 жетонов наемника. Давайте попробуем еще одну волну, но здесь уже, по-моему, тут уже все. Каюк. Так, давай, 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 давай. Грузись, пропускаем. Жесть, сколько тут плевунов-то, алё. А чё так много-то? Это подстава какая-то. Ну, если там было 10 тысяч, то сейчас примерно на 11 тысяч должно быть что-то такое. Блин, ну тут два этих подрывника, которые сейчас взорвутся. Давай, взорвайся. Ну и все, еще сейчас один взорвется, да? У-ху-ху-ху, сколько вас тут? Не, ну я пытался, по крайней мере, я хотя бы увидел, что там за волна. Тут единственное, это попробовать немного схитрить и не убивать подрывников до конца. То есть, когда прибежит вот эта вот волна, попробовать их тогда взорвать. И, возможно, тогда они получат люлей. А, тут еще одна волна за ними. Не, даже если получится, то вряд ли эту волну я отобью. Ладно, давайте последнего героя купим. Там нашивки есть одна для одного. Давай, давай, грузись, грузись. Текс. А, так, сюда. Купить, купить. Все, да. Открыть. Ну, 5 нашивок умника. Окей. В общем, вот такой вот результат получился. Сейчас посмотрим, что у меня в итоге. Здесь я еще, наверное, смогу пройти пару волн. Ну, одну волну тут, может, пройду. Так, тут разбитая станция. Может быть, это не точно. И тут. Так, стоп, назад. Вот так вот. 11200, автогруппа 8100. Ну да. Тут надо попотеть, попробовать, может, комбинации какие-то. Ну, в общем, на этом я ролик точно закончу. Надеюсь, он вам понравился, вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.